Дальше треугольник ставит Витязь своему сопернику ближе к собственным воротам. Бросок, добивание. Еще одной дорожкой подтащил. А вот теперь Локомотив должен был точно забивать, но этого вновь не происходит. А происходит что-то невероятное. Максим Дорожко как будто заколдовал эти ворота. Рафиков. Передача направо. И отличная диагональ. Красковский должен был забивать, но Дорожко забирает эту шайбу. И судья разводит руки в стороны. Вот это да.